5 августа в Казани завершился международный турнир по водному полу среди молодежных сборных «Казанкап». Российская команда одержала уверенную победу и стала золотым призером. Второй соревновательный день стал одним из самых ярких для триумфаторов. По его итогам сборная России одержала две победы в матчах со сборными Грузии и Украины. В первом же случае наша команда вырвала победу буквально из-под носа соперника со счетом 10-9. Российская сборная – очень сильный соперник. Мы играли, но одержали поражение. Так случается, то проигрываешь, то побеждаешь. Ну, рады, что победили, но это только начало, и Грузия не самая сильная команда на этом турнире. Но мы готовы продвигаться дальше и побеждать. Тут игра не заладилась с самого начала. И пришлось сначала догонять, а потом уже взяли игру в свои руки и дожали до конца, не сдались и победили. Что касается второй игры со сборной Украины, то российские ребята разгромили своих оппонентов со счетом 10-4. Ирина Игоренко, Камиль Исмаилов, специально для Казань 2013.ру.